Что, ребят, как думаете, что лучше? Запуск СРС с обычки или вот эти вот запуск кораблей? Заходить можно? Да, заходить. Ребята, есть тут шарящие? Так если капхитна, если есть, то лучше будет СРС. Если нет, капхитна. Народ, так мы же сегодня в РС ходили, да? Да, в обычку. У меня КД слетело с РС. У меня тоже. Дудотипка, Лизни Тотем и Даркстарс, заходите, пожалуйста, и поднимайтесь к собаке, братья. Кралька, поставь там шкаф. Гружусь. Чё, ребят, еще одно РС? Но... Это вы в обычке были или в гере? Да, мы в обычке были. Мы в гере были. Увы, увы. Хотя бы обычку. Давайте агрите собаку. Блять, никуда себе нас откатило. Что-то далеко. Да хоть трэш не надо бить, а то раньше там в каком-то году нужно было, короче, откатывало трэш и резался. Очень приятно. Да, было такое у меня. Хуя какой рейд, все зашли, никто не фкашит. У меня привсталось чуть-чуть. Ты еще подрочи тут. У тебя есть еще парень, Лин? Да. У нас скоро годовщина. Скажешь, когда не будет, я подрочу. Скорее всего, скоро не будет, мы поженимся, у меня будет муж. А, да это не страшно, вон кралька докажет. Извини, Диана, если он слышал, я пошутил. Что докажу? Ну ладно, там сверху притяните. Там справа собака идет, братья, братишки. Жрёт скотина. Пиздец этих горбатых, блядь. Шутка нормальная была, мне же сам понравилось. Левую активирую. А чё, тут нужна кому-то гора? Да. Так кто говорит? Топор рубить. Бог рубить, о, блин, извини. Сзади, стой, сзади, осторожно. Коса косит, блин. Ещё что там у тебя по ПРу? Карман пятки лезает. Да хрена. Да хрена, с 50. ПР-то кидает, а по студия БГП шмот не забирал. Потому что у него там шмот, блядь, 200 уровня 3. У меня 2-0. Ну я не знаю, если Джейми решит тебя на лича ставить. Так, Чувствовала, как будто в каком-то этом туалете сидит, вот такое. Великая, эхо, да. Прекрасная и чудесная кралька спрашивает, кому нужен шип, который жезл с вот этого вот босса. И просит всех этих людей плюсануть в чат. И кикнуть их из гильдии, блядь. Сейчас в личку угрожать будет. Ладно, братишки, смотрите, какая ситуация. 3 шипы, 2 совы, демолог, божественный охотник и Shadow Morn. 8 человек. Плюс протопал. 4 хила, ничего не диспелим. Если кто-то умрет, там с командой Magic будешь первый выходить. Он, попей, пожалуйста, ману. Dark Stars, попей, пожалуйста, ману. Пью. Все, наверное, сказал. Я, конечно, ничего не понял, но ладно. Ты в рейнже. Ну это нормально. А зачем в рейнже? Что? Ну давай, Shadow Morn, ты не в рейнже. Суслятинка, ты в рейнже стоишь, друг.
Да извините, сосал просто. Сука! Ваня, ты тут, Ваня? Иван, точняк, варенька, шиза. На счет три. 1, 2, 3. Героизм. Только жажда крови. До крови хренофалик. А шо това? Слизней не отпускаем и отворачиваем от рейда. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Пожалуйста, Павло. Молодец. Покемоны Дранга. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Надо подождать. Слепочка вонючка! Отличные новости, народ! С Слепцом что-то сделайте, чё он умирает? Нажми тучку. Сейчас выйду с этого газа ебаного. Ману Даркстарсу. Лепец, читай гимн на ману. Ставьте тотемы. Поставь. Скажи мне бабу в эфир, спасибо, когда. Сова, тебе не кажется, что надо, блядь, наверное, выйти там с тобой, не? Как я выйду, если я получил 8, а потом меня бешено подбирал? Смени облик. Облик, смени, и тебя скинется дебаф. Блядь, заебал там газ. Если бы я не заблевал, я был бы третий по ДПСу с рейнджа. Хуен. Кстати, фридом не могу разнообщать. Отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Народ, а чё на сову идёт не с этого, или... Ой, на сову, блядь, на друляну. Грудь экспериментов. Грудь совета. Всё, без ГП, надо кому-то что-то? Давайте, комбинация кнопок на ненужный шмот. Кинь шлем мне. Русские буквы. Быстро, 4 буквы и... Какой-то значок будет. В общем, ИОЛ собака. Короче, вижу Транга первый. Транга первый. Лизнитотем ИЛО. Ты И сказал, он И написал просто. А, Джерри, он обманул. Ну это, ладно. Короче, рыба. Для тех, кто хочет, чтобы упали тапки. Это заряженная рыба. Она тут ребята, я иду за заряженной рыбой. Очень грустно, что вы не хотите меня сумонить. Я уже почти прибежал. Бегай. Ну там было ИИ. Ну ладно, раз меня плохо было слышно, то пускай так. Так. Споры несем к звездочке и к ромбику. Если спора будет на миликах, я скажу, кто выбегает, кто остается. Чек на пол. Стой, убери. Убираю.
Кральчик, ты готова? Флипец, ты готов? Все готовы? Начинаем. Раз, два, три. А сдерживание спасет меня от блевотины или нет? Нет. Споры, пожалуйста, сносите. Звездочки, флипец. Хорош. Не кинул братишку своего. Блять, сова, блевать вчетвером будем. Кто-то не несет спору. Скорее всего, старожилы. Улипал. Хорошо. Вот ранга залейте, пока вбью. Шадоу Морн, отойди чуть-чуть. Надо подождать. Буду пипка, неси спору. Ромбик, двигайся к нам. Не хочешь нести. Хватит две. Неохота. Чувак, я первый по ДБСу. Стоп ДД все. Стоп ДД, сам буду дамажить. Сука! Ты видел, как я выбежал, блядь, далеко и поймал, блядь? Блядь, минус ночок я. Сука, повисла гарсия. Мертвец! О, боссаны, давайте захиливайте рейд. Почему там маги умирают какие-то? Чё вы попадали, теперь придётся прожиматься. Только хотел точку кинуть на себя. А нах. Ваня Сакро, да? Не успел. А кто там просто сверху говорил, что это классный пацан? На РНЖ не держит, козырь тоже РНЖ не держит от шамана. Ну вы, короче, пацаны молодцы. Да это ты забивал. Меня забивали. Еще тут калк стоит, холи пал, который должен стоять в мини-зоне. Ну, короче, понятно все с вами. Ребята, не расстраивайтесь, я первый по ДПС. Все охуительно. Я первый по ДПС, последний раз был в 2012 году, когда сам в рейды ходил. Как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Короче. А тапка упала. Ну, видать, не все съели рыбу. Это не моя вина. Если какой-то шмот нужен, попросите у Транга без ГП в личку, а так там ничего не упало, хорошо. Что, ты пойдешь на другого персонажа? Да, я на Вара зайду, на этого босса. Ну, я надеюсь, вы захилите в свойдом? Или не захилите? Чем с войдом? Лизнита там может спекнуться, и все будет хорошо. Да он говорит, у него ПВП хил. Там нас там не отличаются таланты, ну чё за хуйня, вы чё? Не, там же цепуха не вкачивается. Ну да и чё, всё равно там можно её спамить. Ну типа, на 20 хп меньше нахилить. И на одну цель больше. Короче, вой, спекайся в эрдру. Надеюсь, ты не такой уёбок мне, как совет. Блять, зачем камни на скорости эрдру? Блять! Извините. Это Т9, да? Славик, сколько у тебя скорость, если не секрет? Ты мне говоришь?
Бля, ты Славик? Войду. А. Вячеславу. Войд Старфолу. Войд. Хан включил стаю на Иринсу. Бля. Хан. Хант уёбок. Передаю всем. 48. Бля, а чё так мало с камнями-то? Ну не знаю. А ну. Ну короче, сапоги у тебя засаны, прости, сапоги на. Я сейчас ставила на AirDrew камни на хосту потестить, но как-то так ни разу не попала в ЦУК. Тупо фул. Фул камни СПД стоят тупо там 99%. Диан, дай шкаф. Где ты его даешь? Ваня, Варенька, ты к ней в шкаф, брат. Сейчас верну, сейчас развернусь. Там уже а мы будем спуа бурстить или мы будем ждать слизня? Что надо по тактике делать? Вы вроде ждете слизня. Не, ну вообще по тактике все зависит по тактике от бурст. Рыб. Тьфу ты, от ДПСа. Сереж, держи рыбу. Типа какой тактике? По официальной или по серфинской? По какой вы бьете? На том КД по какой били? Стопали так надежнее. Вот только ты сегодня... смотри, 85% уже стопали. Ваня, внутри там каску. 85% уже стоп, все понятно. Включаю проценты себе. Ну тут нормально, тут можно, короче, бурстить не стоп. Я только куклу обход эти все. Типа, у нее хватит раги, чтобы всех замедлить? Ну да, только... Если она выпьет куклу и станет чуть сбоку, и AirDrew ее похотает, можно дойти до 100 раги. Ваня, ты в куклю у нас будешь, ты же не тупой, ты сможешь? Да, только же профа, не бейте, там, нахотает дайте. Там каждые 2 секунды где-то по 8 раги капает. Короче, чекаю, ты пьешь куклу, тебя чуть-чуть хотаем, пулим босса и не стопаем, правильно я понял? Да, я скажу, когда можно будет пулить. Давай. ДК. Пей куклу, отходите от куклы, пожалуйста, все вправо. Ничего не будем стопать, хотаем куклу. Сидите, жрите, блядь. Два друида, пожалуйста, омоложение и... Ходу буйный рост не вкачан. Буйный рост только надо кидать там, там талант, по-моему. Потом на омоложение и на буйный рост. Положение буйный рост. Не нойте, ёбану. Идите к этому боссу, милики. Крест, крест магу, милики, подходим к профу, крест магу. Милики, подходите всё. К профу. Я нормально, считай, команда. Милики, подходим, на счет 3 начинаем. 1, 2, 3, поехали. Ничего не стопаем, прожали бурсты, хуячим босс. Из луж, выходите тут. Давайте, все с дебафами к столу, со всеми дебафами к столу подходим. Может получиться. Красного слизня бей, Вань. Давайте, все по дебафам, поехали, играем. Играем в слизни, все в слизней. 100% в рейдов слизней бьет. Ребят, запишите логи кто-нибудь. Отбежали от зеленого, бежим, бежим от зеленого слизня. Красный смена, красный сейчас смена будет. Красные, отошли, отошли от красного, Shadowmourne бежать. Хорошо, блядь. Под профа под зеленый экран. Профа под зеленый экран. Воу. РДД в звезду. Милики, становимся так, чтобы вы спиной к звезде стояли. Еще ближе под зеленый экран. Прям под зеленый заводи, еще дальше. Блять, че в колбах стоите? Дурачки, что ли? Савельного забафали, все в слизне. Отошли все от красного, отошли от зеленого, от красного крана тоже. Хорошо, все в профа играем, смотрим за пельменями. Савельный, врезай, пожалуйста, воина. Води дальше от колб. Ты видишь, милики не могут понимать, что они стоят в колбах. Я
отошли от красного. Баф и вару. Твою мать, осиди. Красного, в красного играем, беги, паладин. Вот зеленый экран. Как и переходка на 35? Зеленый экран. Да. Ой, под зеленый экран. Я дальтоник, сори. 41, 40. 39. Стоп, стопник. Стоп, ДД. Ждем зеленого слизня. РДД в звезду. Милики спиной к звезде. Все в слизне. Меня смотрите. Че, суп? Пиздец, вы слепые. Переводим, все к столу, к столу. Переводим. Допивай лужи, все к столу. Как рагивать? Нормально, диспелить не надо. Сука! Давайте рост, рост. Все бьем слизней по дебафам, фулл дд в слизни. Цель зеленого, сбегайтесь. Бежим от зеленого. Все, на трех стаках смена и все. Смотрим пельмени колбу. Нет рестока. Вань, сколько стак? Два стака. Нормально. We are living in America? Да, Рамштайн. В детстве очень любила эту песню. У меня мама Рамштайн слушала. Ваня, ты бил это сейчас куклой слизней бил? Не, я только замедлил. Сука. Думал, ты шансон слушаешь. 10к хпс, нормально вот хилит, нормально. Колба ретрики за 10%. Носил колбу носовую, кстати, еще носовую подходит. Меткость собирал. Серьезно, блядь, это как чувак, это помните, который сидит? Токен завоевателя геровский на мейн. Не спекаться в танка? Спекаться обязательно. А есть там токены обычные на вага? На кого? Вагу. Есть токены обычные? Вару нету токена. Вару токены были в сурке. Срочно. А друиду есть токен? А может, кстати, это лучше, когда я сбегаю, забегу токены, это что-то я забыл. Попрежде. Наверное, они уже пропали. Ну, сейчас проверим. Диск был. Диск был, там нету токена. Спасибо. Че, обратно в сову там, да, Джерри? Да, в сову, Димон, за... Нормально, похилил слайк, молодец. Там из-за недохила никто не умер. Конечно, кальк мне не нравится, как хилит, очень слабенький. Не очень слабенько, но слабенько. Не знаю, хосты, наверное, мало, скорее всего. А сколько холипу хосты надо, холипау? Там всю в хас забивается, кроме камней. Да. Ты косарь, получается, больше косаря нет. Димон, Джерион, ты тут? Да, я захожу. А есть... Паладины у кого-то Паладин. Че, вы можете захилить 3 хила? У меня тринкет еще ПВПшные пароли. Не роль. Давайте танки, блядь, погнали. Че вы стоите, сука? Рослого бейте, блядь. На минуту отойду. Куда вы два танка отошли? Куда ты отошла? Ты ж спекнулась. Для чего? Для чего спекнулась ты? Ребята, вары, у кого есть танкоспек? Палы, у кого есть танкоспек? Сука. О, агрист.
Ага, спекнись, пожалуйста, в танка, брат. Мага. Актулаглы, тоже спекайся. Блять, что за слово? Танков, протопаладины. Не могу слово вспомнить, извините. Давайте, ребятки, поехали. Агри. А забафуйте больно, пожалуйста. Рослого бейте. Седер видел мимасика? Вторые. Типа ребенок Ярослава говорит, наверное. Бля, я вот с него ржал 5 минут, вот пизды, да. Я уже не знал, как остановиться. Вот это смотрю на него, вижу Войда, все, и пиздец, мне дальше несет. Сейчас за мемасик, чего вы меня не скинули? Да в беседе был Рома этой скинул. Еще знаешь, что угорнул? Там мемасик такой был, короче. Типа, пишет девушка парню. Привет, это пишет. Стойте, ей... стойте, тут все, только ДК Агри, там это одну пишет... кучу, стойте внизу. Пишет ей хай, типа, английскими буквами. Это такая, что они? Что, вы поняли прикол, или блядь, поржали, или вам на песничку поржали? Не-не-не, я не понял. Короче, ну, пишет девушка, прикол, как ни, ну, этот пишет, привет. Это, баба пишет пацану «Привет», он отвечает «Эй-хай» английскими буквами. А это выглядит на украинском как «ни», как «нет». Это такая «Щё ни?» «Чё нет», типа, да? Да, бля. Может, посмея. Да, блядь. Сука. Да, блядь, такой. Я тоже вот с этой шутки вот всю эту, вот эту фигню увидел украинскую, потом ещё мемасик со Ставиком скинули, блядь. Мой вечер был все. 5 подходов на пресс сделаны. Читайте чат, пожалуйста, уважаемый рейд. Роман, это ты, не дашь, а не на тебе. Давайте, пацаны, еще быстренько пронесем, пойдем второй СВК. Давайте, Джерион, я тебе отдал Рэла, не Рэла, ассиста, и у Вани ассист. Войда спекните, Славик спекните, хила, я отойду. Надеюсь, я клан не успею, пизда. А я успею. Там еще... А, Джерион, тебе на лану... Джерион, тебе на лану заходить на Эршама, потому что Седдер пойдет на мага на лану. Лут дай пацанам, слышишь? Алло. Короче, алло, я тебе передал РЛ, чтобы ты там всех нормально взял, сейчас я вернусь. Это залить Симану Шиману, а, ребята? Симон, так что можешь сейчас сразу на Шаму заходить, ты на лане не побудешь там, варом, понял? Как, мне тринкет надо? Нахуй тебе нужен вару, блядь, Седдер мне сказал еще перед ребром, что он будет магом заходить, поэтому сказал, нужен Шаман. Перед началом рейд. Сказал, что ты на профа будешь заходить, ты пиздобол. Да, в 2DC, значит, похилим. Если я успею вернуться, я зайду, похилю, не нойте. Только совет убейте нормально. Ты на совет будешь заходить на Аршаму? А не спекнется в этого. Холипал. А танка кто? Северус Снег? Да. Чё, Северус Снейп? Что? 2500 просто упало с этого, страш. А как бы мне не хотелось, я не повешу всем своим персонам КД. У меня их 38 штук. Как повесить КД? Так что, Северус Снейп, что вы говорили? Келя потанчишь. Келя потанчишь. Я не танчила никогда келя. Двоих потанчишь. Это уже хорошо. Только надо, чтобы напулили.
обрывались. Это можно. Каблук на пульчик, он жарко пошел мне. Я дико извиняюсь, но меня напал жор. Я тоже хочу жрать сначала рейда. Сбафайте вагов. Ресайте всех быстрее. Чё, хилы получается 2 эрдру, холипал и... Ну и... старт. Как я БДК, забиваю мастерию. Эту со спанку кидай. 10 рыбу быстрее. Граничков вот съесть вот такой землицы белорусской, блядь. Вот. Джаспанк, короче, я тебе истерею, а ты мне на пол. Договорились? Да, без проблем. Дайте, пожалуйста, вару, футбол, каску, кулак, монорек, там... прота, христоба, лапку. Так, давайте. Чек на пул. Северус Снейп на двоих. Напулите на Северус Снейпа. Далан, Далейн. Короче, и не врывайтесь, раз. Пожалуйста. Каску и кулак вару, что не врывайтесь? Алло, паладины, вы чё? Там ты Ваня, что? Там баса нет каску. Вани нету, Вани нету. Ты видишь, что Вани нету? Он АФКш, он каску бафает. Он протопал, смотри. Аро и актуаглы. Дайте, пожалуйста, каску и кулак. Они, наверное, еще не сообразили то, что им нужно бафать. Да. Короче, запускаем. Дайте кулак по варам, алло, паладины. Да хорош ныть, на АП крикни и все. Могу крикнуть, но я хочу, чтобы паладины исполняли свою роль в рейде. Как не дамажит. Выхарь разбежались. На пулпере, таунт мал. Это вы гоните. Давай, пускаем. Угол. Смотрите, сейчас будет смена цели скоро. Пулпер 16 стаков, где? Будет какой-то другой босс. Пулпер дамажит. Так, выхарь, смотрите, осторожно, РДД разбежались далеко от босса. Блять, бегите. Не бегайте с маленьким ХП, Джаспанк, осторожно. Бейте кинетику. Смотрите внимательно, сейчас появляется голем, он будет на кого-то лететь, надо будет бежать от него. Вот, такое жаркое пламя, 3 секунды. Смотри, летит к точнику, смотри. Вот так. Просто. Шарик улетел просто. Ой, блин. Лол, кинетику бьем. Темная сфера. АДК не подходят туда. Никто не подходите. С шемами уйдите оттуда. Фурики, если у вас макрос на отмену шема есть, то подходите. Кинетика. Давайте кинетику бьем. Точно. Второй шарик за Ромой улетит. Да? Шары черные не надо убивать. Никому не будет пощады. Северус с ней попал. Забирай Далан. Тайланд. Джерион, блять, сейчас подниму Северуса Снейпа. Вставай, Северус Снейп. Забирай босса. Что ты падаешь вообще, не знаю. Тоже не знаю. Хилы днари, блять. Я тоже не знаю. Выхарь. Могучий вихрь разбежались. Выхарь. Будьте осторожны. Моя чаша полна.
Так. Осталось совсем немножко. О, опять полетел шар. Увидели вон за воротом. На Рому, наверное, на Алинку. Опять рейндж словили, совы, ШП от босса ушли все. Ушли подальше. От босса. Кинетик сзади падает. Кинетику на пьедестале. Сервис со Снейпа фул захил. Смотрите, вот летит вот крестику. Шарик такой. Моя чаша полна. Я пока не могу прочитать это заклинание. Не убегайте. Так, добьете вы сегодня, нет? Добьем, добьем, все хорошо будет. Они идут. Да! Лашка. Если с ролью, конечно. Кто у нас осколки первые, скажите? Я. Северус Снейп. ГП. Плащ на мейн. Ском? Не на мейн. Нет. Там все. Так, надо будет что-то скажете. Да, конечно. Ладно, какие дела. Я на босса в ДТ спекаюсь или в танке остаюсь? Так, а что вы здесь? Я тут. Какие Роман. Вопросы? Роман, когда я могу заходить? Сейчас трешку дохилю и скажу. Давай, да, добьем треш, только не умрите. Лёрин, ты пойдешь на шаму или тебе вообще это принято больше прям ролить по ЕП? Смотри, шарю уже, чё с тобой? Чё, ну если надо, я зайду на Аэршама. Кто не будет хилить в этом полипале? Нет, хлюпал, ты. Мысли, Ваня, ты чё? Да блин, на ТЦ спекнуть ещё. Да ладно, я зайду на Аэршаму, заходите на свой ХЦ. Дискульти с меня, блядь. Только не умрите тут, это бейте сильно. Чё это самое, кто куда заходит? Так и остаемся? Я на Эршаму захожу, Седдер на мага. На мага? Ну он... За колье. А, Седдер. Я его с Желюна перепутал. Блять. Сука! А зачем тебе подвеска Навара, которым ты даже не пвпшишь? Ты гонишь тут фулл сет? И плечи есть, а 8? Там, я же выиграл, принесли бонусы давали. Ну, там еще будет этот ролить, Лизни Тотем, тоже на пвп. Ну и чё, вырвали, получит. Давай на этого. Холиваром по арене. Ну давай. А ты умеешь аренить варом вообще? Ты когда-нибудь на аренил? Да. Кто там, блядь, срыл, берите, а вон. Все. А чё там, у нас шаркари сильно бьет? Надо истопление диспелить или не надо? Ты... Сейчас еще не починили, не починили еще. Рыба заряженная на колье. Кто хилы, короче? Давайте, где рыба, блядь, где она, сука? Я хил, ты хил. Савень, Хел и Кальк. А рыбу Кашпировский заряжал?
Мне кажется, с ней поможет, потому что с сапогами не помогло. Не все ели просто, вон, видите? Те люди усили, все пожрали рыбу, блядь. Так, это... Как там ПМК будет, парни? Паги, как там с МК будем делиться? Ты можешь кому предложить ему все? Ты ждешь, почему от четырех человек ответа? Суманите меня. Мы точно захили? Вчетвером, конечно. Бафы только, пожалуйста. Интеллект и лапу. Не, инеры там залейте. Альдеран, Калифорнию, инер зальешь на первом взлете. Давай, может, Мирелла, давайте я на Вальке тоже буду этим шаманом. Лут-то поставь. Ваня, Варенька тут? Да, тут. Все готовы? Начинайте, БДК. Танки, начинайте. Вары, стойте тут. Неразумное решение. О, как я давно тут не хилил. Ничего себе. Клей не падает, его удаляю, блядь. Что-то Рому не слышно. А чё говорить мне, что ли, метки вам называть? Я пытаюсь перехилить Холипала, про который я сказал, что он не очень хилит. Не слышно. Орехи на протопало повесь. А какая разница, их же бьет одинаково. Нет, протопало больше. Два раза больше бьет протопало. Ну больше, но не чаще же. Два раза больше. В смысле, у тебя еще там зеркало, оно так упередует, как бьет с одинаковой скоростью, по-моему. Здесь протополом. Прости, что претрики сбили этот Джагуна с хил. Все, он отстал уже, теперь друид какой-то догоняет. Это Войд, ебать. Еще хуже. Сейчас от часа не легче. Ой, Слава, там чуть его перехилит на 200 тысяч отрыва. Тут 200 тысяч. Принеси Джейми диван, блядь, пускай его догонит. Не хватай Рому просто, пусть вздыхает. Почему вы за Войда болеете? Я Инера что-то пропустил. Дай рост, Серега. Как вам такое?
Сука, колье давай, блядь. Все молимся, блядь. Пока. Пальцы скрестились. Сука, Войд, не догоняй, пожалуйста, давай, блядь. Хорош подвес. Твою мать, все, на. Я клиент сношу, блядь. Пока, Киря. Пойди, только рольте честно, кто пвпшит, не рольте тебя там, кто никогда в жизни не регал. Изи, блядь, изи, сука. Стой, гуцы, Серега. Токен покорителя на мейн по ИПГП. Блядь, это такой фиаско, юджерил у меня, блядь. Знак, блядь, жить дальше, сука. Потом, Вой, ты по ПРу следующий? Джаспан. Джаспан, спасибо. Да дайте уже мне токен. Токены с обычки нужны кому-то? Покорители с обычки, ребята. Савунь, Савень, Савельный, мне тебе нужны? Мне только один был нужен. Один только был, ну, нужен. Хорошо. Что? Давайте, заходите на шаманов вдвоем. Я спекнулась в танка. Молодец. Блядь, ну это, блядь, такой пиздец. И не говори, Кирилл. Да я не знаю, блядь, все, пошли по Алексею, блядь, пить. Пошел пить, да? Ну я не знаю, как, блядь, сколько уже хожу, год, блядь. Не говори. Медики, выйдите лучше. На одного персонажа. О, блин, а у меня не было чарки на пухе, не было, прикиньте, хилен без низок. Бы точно твой, да, оторвался. Да не, не надо, у нас... Оставайся. Валим. Там, ну я в хиле буду, 4-3 шамана, 2 друида и холифал. Кого там хилить? Блядь, сука. Войд, Войд, а теперь давай, короче, мне уступай, окей? Бейте правую РДДшники, милики левую. РДД в красный крестик, милики в левую. Левый крестик. Слава, как тебе такой вариант? Чё светить, сову или бревно? Рину освети. Сову, чё там, бревно освещать. Бревно можно и в Т-10-1 ходить. Чего мне апает шмот хпс, а чё, ну там, чупок. Чё ты спросил? Сегодня апает хпс? Хила мне апает, ну типа шмот так сильно хпс. Ну да, я ж это и сказал. А какую шмотку лучше сменить? Ноги. На голову или ноги? Ха мне. Ну голова у меня... Ставь ноги. Руки, и это я не ашмотя. У меня грудак, как бы это тоже надо сменить. Залей, пожалуйста, сова мана еще раз. В ногах меткость. Да у меня меткость есть, блин. Камнями или без? Короче, блин. За сову грудь или голову улучшать однозначно? Да голова лучше, ну, убей. Ну грудь улучшай, значит, не думай вообще. Там думай. Я там смотрю просто, что мне статок больше прибавляет, и все. Чарки нету на грудь. Вытяну центрального лба. Почему ты с ним скалипала, Вань? Сам... Хотел этиком поиграть. Кто и не прозапал, я вообще не играю, не та, этим половину. Умилики бейте вот этого мба, которого я вытащила. Сюда внутрь не идите. Есть у кого 10 характеристик на сову? На грудак? Или что они чарят? Совиные 10 ко всему. У меня есть 8. Надо 10. Джерриан, а как ты Вальку хилишь? С утешением и чешкой? Нет.
А, да. Не, с этим счетами и этой Киринас. Сколько у тебя хосты тогда? Там надо, чтобы это было сила заклинания. До пизды этот хаст. А ты тотем вот этот меняешь себе или нет? Какой тотем? На хаст? Ну, вместо... Нет, тотем, который тотем именно. Сука, как тебе... Да, на цепуху, которую вы имеете. Да? Да, ты меняешь его с цепухи на... Да. На быстрину. А, ну все, я просто хотел удостовериться, потому что раньше что-то хилил как-то с чешкой вообще плохо. Последний пару раз, когда заходил шаман. Хотя один раз я там вот когда недавно был в рейде, там нахилил в два раза больше, чем хилы. Вообще, если холипал нормальный, то его не перехилить. Да нет, ну хочешь заходи на холипал, я тебя дерну шаман. Шаман по-любому дернет, там исцеление предков идет. Ну давай. Не надо, заходить, не вешай. КД. Но я на 90% уверен, что Холи Пала перехилит нормальный шаман. Ну давай зайдем, похилишь. Я просто буду багать частицы, посмотрим, что ты сделаешь своим древним исцелением. Вы бьете трэш, Вальку убили, ну вот эту сестру. Да, убили. Серьезно? Савельный, что ты наверх идешь? Не надо идти наверх. Савельный, не заходи, сагрится трэш там. Куплю 10 ко всему на куда. Давай, Войд, давай, Диан, шкаф. Вот. Дима, у тебя там кралька в чатике. Давайте, два друида на рейде. Остальные все втроем в порталах, вчетвером даже, да? На мне звездочка будет. А есть ли у кого-то ДЦ или Холи Прист? Есть ДЦ, шмота нету, хилить не знаю как. Ну, не надо тогда. А Холи Приста нету ни у кого? ДЦ есть. Эй, забейте, ДЦ не нужно. Давайте так тогда похилим. Два друида на рейде, в центре встречаемся всегда вот здесь, прямо перед боссом, тупо перед ним. И летим против часовой стрелки направо, со звездочкой. Киньте сумму. Блять. Да забей, хуй. Сука. Хоти монорек по шаману. И лапу. Монорек и лапу шаману. Бой, сумонься, но ты задерживаешь рейд, ебать. Мы сейчас в полдесятого закончим уже, если ты присумонишься. Да короче, вот эта табличка, ой, давай, блин, ну которая, мне идти уже надо скоро. Которая сумон, типа, она закрывала вот эту стрелочку, мне надо было тыкнуть. Все, давай, еще раз. Пою ж, мать-то. Пиздец, нахуя из одной чарки, сука, идти из рейда. Хватит, подтверждайте готовность, хватит АФКшить. И на ивент все спускайтесь, не АФКшьте. Ёбаный ты нахуй, Аслан. Это было классно. Я так кашляю. Я не знал, можно было Асланом назвать или нет. У меня в школе учился, короче, тип, я помню. У него фамилия была Камал Аглы. Я что-то на Актуалы посмотрел. Думаю, может, они родственники. Это ж казах какой-то был, да? Да все, пуляй. Стартуем, Пумана. Что, Войд, будешь? Да подожди, стойте, блядь, меня душат подушкой. Давай! Куда вы стартуете? Сука, пидоры, пульте босса. Вот завтра будешь пытаться обычку собрать? Я не буду пытаться, я ее соберу. Окей. Если у меня температуры не будет, я потанчу. Ребят, короче, у меня... Жопа болит? Кнопку жми, Рома, жми кнопку, не слышно. Весно, пиздец, рассказывай. Его там душат, походу. Все, ребят, мы его теряем. Там, блин, нет такого. Такого. Все, я тут, пизда, блин. Хиль давай. Давай. Че там, тебя наказывают?
порталы не забудьте зайти. Летайте за звездочкой. Жаль, давайте упадем, я заново начну. Хочу похилить нормально, сука. А какие порталы? Ну, куда заходить? Ну такие красные, вот где звезда. Вот. Все, я нашел, Лево, нашел. Давайте в звезду, вы против часовой полетели. Подавление справа и справа. Коня горит? Как я уже разговаривал, когда он какой-то. МК, братишки, кто мне там кидал? Я когда вывали в БДК, мне каждый раз хочется истерию кинуть. Да, типа какие-то признаки маньяка или что? Да-да, ну типа просто потому, что я узнала, что так можно. Хорошо, что я люблю, когда я в БДК навалю, у меня искушения нету. Искушение, это как у Престова билка, да? Она истеричка просто. Нахуя вы уменьшаете Валю, когда мы в порталах, а когда мы выходим, она увеличивается? Потому что подавление, когда, наверное, когда подавление говорит, идет, да? Типа оно дольше идет, и фрайм меньше. У кого-то вы хитро выебанные какие-то стали тут. А калк еще не хилит? Трангу на первом месте пока что. Летите туда против часовой, летите туда. Эти красавцы. Объебали меня. Да я далеко зашел просто. Что-то вы пиздец долго, бля. Потому что меня душили подушкой вначале. Огненный слева еще костынет. Где подавление? Убили. Что ли? Убили уже все было, слава. Понятно. Дайте гимн на хп. Сейчас будет битва титанов. Транг рвется вперед. Кроме тебя сделали. Да меня ебать, линканите, но меня душили подушкой, я 15 секунд не хилил в бою. Насколько он там сделал, сука, на 20 тысяч, на 200 тысяч. Как раз то время, сколько я не хилил. Охуенно, мог бы обогнать еще. Красава, блядь. Давайте кольцо за 10% на танка на оффспек. Ничего себе, мне отдавали за 100. Ресницы мне, братишки. Ну, я не знаю, вы просто, как бы, можно и на 100. Просто с тобой, да, в рейды ходить, отвечаю. Ну, конечно, блядь, но я уже отдал акту лаглы, извини, на чуть-чуть быстрее. Так, плащ на мейн, за фулл ГП. Тебя не выснуть, Кига. А чё ты вот... Надо давай. Вот ты топор, блядь. Вот ты бы лучше отдал. Ты про товаром, во-первых, ну, танчить будешь, блядь. Ну, я сдохну, наверное, ты ещё не будешь танчить, блядь. Паладин лучше, дай. Паладин и про товар. Да я могу это... блядь. Грудь на мага на мейн. Ребята, ребята, братишки, не кричите. Короче, это я покину тело в этом дне. Просто протопал это более реально. Маломальски она там научится тут ППГ танчить. Так, я пошел на охотника, а вы идите нахуй. Я пошел в туалет. Человек, отдал тебе лидера, не покажешь. Войт, но если она отдаст кольцо, перенеси, там ГП тоже 38 ГП.
скажете, если отбедите. Они не должны прорваться к Синдрагосе! Скорей! Остановите их! В 5 хилов давайте там не спекайте, свой тоже в хиле будь. С пятером хилите. 4 хила. 4, 2 шамана, холипал, 2 эндру. Шамана один сдох и валяется, и потом зажил. Ну, Синдру же в 5 мы будем хилить, наверное. Может быть. Смотри, какой гусь зашел охотником целка. Блять, по новой что ли? Да, по новой. Бля, ребят, извините. Братишки, я не знал. Ой, дай лидера, пожалуйста, чтобы меня никто не кикнул. Дай, пожалуйста, лидера, чтобы меня никто не кикнул. Ой. Сука, блять, вот я тупой. Сори, братья. Слава, ты здесь? Красава. Это я, чтобы вы полутали, короче, нормально. Пацаны, видите, свободный поставил. Там бью трэш с вами. Пету убери, он тебя моба танчит в центре. Я не знаю, где он. Я тебе говорю, он в центре комнаты сейчас танчил моба. Да нет? Да нет. Нет еще. Сейчас я подтолкну. Иди, конечно, кто говорит. Вой, сними мне ГП и кинь полотнину. Я дал кольцо. Я тут. У тебя же есть Антон, да? Ну, это который Форти скидывал. А потом я его Кириллу скинул, а потом он его переделал. Это не переделанный, где 30% кнопка. Он тупо хантовский теперь дохуй валяется. Потому что, блять, он старательнее, чем многие из вас. Как его воскресить? Хорошо. Это вот у него ник диджей Мира, да, вот поэта твоего? Нет, где мой поэт? Ой, где мой хант, у него ник? Он же, я его ищу, он меня, ты тупой, что ли? Не, просто он рекаунт я открыл, там, самый старательный диджей Мира. Я ж таких не знаю. Ну это варвар. А, Виджей Нира. Прикольный ник. Ничего не понятно, правда. Алинканите, пожалуйста, ДПС Саурфанга Смертоносного. Полностью, 25 человек, если можно. И скажите, кто первый по трэшу. Первый и второй. Есть у кого? Нет, не идет. Диск же был, может, сбросился. А, ну да, диск он же был. Фурик ушей, только СРС идет. О чем вы не загрели вот этих мобов, когда мы стояли там еще? Может, он очень не привел. Потому что у нас один хан. А, это хан должен делать. Спасибо, что сказали, ребят, приятно было. Сейчас мы загрим их, может, нет? Блядь, ну, протопала нет, я не знаю. Может, ну давай попробуем, давай, может быть получится. Да призовите войско, Лина, призови войск. Хорошо. Я вот напулил. Протопал просто, он пошел дверь открывать и шансон слушай. Я просто пошел. Пошел, как бриллиантовый полицейский. Да.
О, Ксюш, давай бриллиантовый полицейский посмотрим. Нормальное кино, правда. Это ж с Мартином Лоуренсом фильм? Да, да, 99-го года. А то не там он по мишеням стрелял, короче, типа по белую тёлку застрелил. А, это в «Люди в чёрном» были. Смотрел «Кингсман»? Смотрел. Но полицейский круче. Самая крутая — это полицейская академия. Мне нравится опустить перископ. Не, поднять перископ. А это вот как дельта только насчёт того, что чайки насрали. Это что, фильм, да? Это там, где у главного героя татуировка на члене. Может, да, все-таки убрать перископ? Быть убрать перископ. Я не помню, я давно смотрела. То есть ты запомнила одну деталь из всего фильма, да? Не, я просто я назвала самую запоминающуюся деталь. Если тебя интересует деталь от члена... Не, просто там подчеркивалось это. Мне нужен чувак с татуировкой на члене. Удачи. Там была такая фраза. А имеет смысл Ханту на перебежке стрелять чародейским выстрелом? Угу. Можно нормальный кто-то ответить? Ты мне взят прыжку юзаешь. Хит за... По идее, это когда ловит просто, и все. Ну, любой перебежке есть смысл стрелять чародейским выстрелом. Спасибо, Дмитрий. Ну, типа, не вешает ГКД на автоатаку. И ты, типа, ну... Как бы в этот момент не кастишь. Нормально. Верно. Наша мгновенка этот выстрел. Да. Давайте в толпу и захиливаемся в звездочку. Седдер, заходи. Ребята, я вас очень сильно попрошу. Седдер, ты тут, Кирилл? Паш, набери ему, пожалуйста, если не сложно. Сейчас. Это, короче, рыба, заряженная на клык. Ребята, не хлопайте, пожалуйста. Я знаю, что вы круто хилите и дамажите. Если на вас магия, просто стойте.